Рассада лилейника Дэвид Кирхоф – один из самых красивых сортов с хорошими ростовыми свойствами. Лепестки его цветов при формировании приобретают яркий малиново-розовый оттенок. Окраска может слегка меняться от светлой до темной в соответствии с климатическими условиями. Высота взрослого растения составляет 60-90 см и цветет оно в течение всего лета. Лилейник Дэвид Кирхоф способен легко переносить зимний период без дополнительного укрытия. Но выращивать его необходимо только на открытом солнечном участке. Так он поможет украсить сад своими неповторимым цветом и формой цветов. Лилейник гибридный Дэвид Кирхоф – это травянистый высотой 50-60 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка лиловая с белым кантом, бело-желтой серединой. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 14 см. Весной листва по цвету зеленая. Лилейник гибридный Дэвид Кирхоф создал Солта. Годом создания растения считается 1992. Растение заслуженно завоевало следующие награды: World of Merit 2003, Honorable Mention 2000. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.